произошла... Короче, мне позвонили. Спасибо. Гоните Машу меркантильную лицемерку. Только я так считаю. Спасибо. Да, Настя из-за того, что так его сильно любит, поэтому так сильно и зависит от Жемчугова. В смысле нет интима у них? Короче, я не буду обсуждать интимные подробности. Узбекистан, привет. Съемки проводятся 24/7. Да. Нет, нельзя, Маш. Что? Нет, не хочу с тобой разговаривать. Маша, не хочу разговаривать. Привет, Воронеж. Щифач. Да, щифак. Стал. Ворбес кувой. Спасибо большое. Да, это Давидова было. Привет, привет, Липецк. Привет, Германия. Привет, Дин Молдова, привет, привет из Уфы. Спасибо большое. Я вам доузи чинч Диань. Конечно же, хотим на Сейшелы. Спасибо. Белгоград, привет. Я делаю 3D, сейчас он где-то 2D. Третий день, игнор на мои вопросы. На какие вопросы? Если вы задаете вопрос, на который я не могу ответить, значит, я не буду на них отвечать. Спасибо большое. Привет, Дин Приднестровья, привет. Всегда по-разному. Спортзал, отдыхаем, спим. Флорина, привет. Я курю электронные. Голосую за тебя. Спасибо большое. Надо бы... Лучше за Макса голосуйте. Новосибирск, привет. Пусть лучше 5000 вернет Габозову. Пусть сами разберутся. А ты планируешь с Максом свадьбу и создать семью? Мы уже семья, а свадьба у нас будет чуть позже. Привет из Дагестана. Йонас Андинкишна, Йонтрей Тварти Мулцянинкишна. Привет с Чадер Лунги, привет. Днепр Украина, привет. Привет, Германия, спасибо. Жулика нашла девушка, которая занимается... Ну, короче, она там приют держит. Вкус электронки — это кола лемон. Петь? Я не умею петь. Макс говорит, что умею, я не говорю, что не умею. Макс, вот он. Макс. Он занят сейчас. Он играет в шахматы. Шашки. А чё они припёрлись? Так, всё, ребят, я пошла. Мне надо сейчас читать поздравления. Всё. Всех люблю, целую, обнимаю. Потом зайду ещё в прямую, поболтаем. Пока.